Братишка, если тебе нужен левел или игровая валюта в GTA Online, то тогда заходи в мою группу. Прямо сейчас у нас проходят скидки. И за небольшую сумму ты можешь стать настоящим мультимиллионером. Прокачиваем аккаунты на все платформы. Мы уже прокачали сотни аккаунтов, поэтому заходи и закупайся по полному. Ссылка на группу в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Доня, также Юрка. Мы находимся в GTA 5, это шоу «Битва воров». Здорово, народ. Итак, ребята, сегодня мы прибыли в гетто, и сегодня здесь мы будем угонять как можно больше машин с полицейского участка за 180 секунд. И, короче, Юрец, на 4 мы стартуем. Не, я поеду. Можно, в принципе, а что, поехали. Раз, два, три, погнали, время пошло. Юрец, вези меня. Вези, вези. Такси, вези. Да-да-да. Короче, Юрец меня везет до ПД, и вот наши тачки. Вот наши тачки. Я сильно. Так, короче. А ты охерел? Да, я охерел, так и забираю дочь. Слышь ты, Гарри Поттер, хер, ноги обломаю, понял? Учись, студент, пока я жив. Так, короче, я забираю первую тачку, это дочь. Это бам. Взял, перепрыгнул в забор. Ну да, ты хотел меня скинуть, я так и понял. Да-да-да, расскажи мне. Так, Бэтмобиль, я тебя понял. Так, ладно, заезжаем дальше. Время-то у нас как бы тик-так-тик-так. И время-то как бы... Мне то, что показало, как будто баки горят. А потом подъехал ближе, не было ничего. Да, так, а где? А вот, тут их забрать. Так, Ауди забираю, поехали. Ауди. Ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди. Так, Юрия, заезжай. Так, я забрал чит Ауди. Это прям пушка-гоночка. Что это такое, братан? Что с тобой? С тобой все в порядке? Эда, выезжай. Прошло временем уже минута, у нас всего лишь по две машины. Точнее. Ой, я разложился, что? Блин, эти ворота гребаные. Ага, ты забрал чит Ауди? Ты фуфлиндос, я тебя понял. Это недорого, но хорошо. Недорого, но это хорошо, да. Так, открывайся, заборчик. Так, наверное, я заберу... Вобовик. Мустанг. Мустанг, пожалуй, я возьму. Вобовик, открывай, вобовик. Вобовик. Что с тобой? Ты что, тролль? Сам ты тролль. Тролль, подземелье. Так, заезжай. Так, а, я... тут Шелби стоит какой-то. Шелби, да-да-да. Не знаю, хороший или плохой, там мне потом скажи. А ты забрал... Да ой, не надо! Юра Ламба забрал. Угадай, что это? Это опять это гнида, которая... А, которая в жилете? Да. В жилете? Сука, она достала меня уже. Просто мразь, он везде, понимаешь? Сильно. Он меня преследует. Так, я забрал Дракнову. Дракнова — это пушечка, это хорошо. Дрык-д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 р
всего лишь минутка осталась. Так, Юра забрал карт. Оу! В смысле? Да. Я только что ехал, я тебя сбил, нету тебя? Опять да. Это гнида. Ты меня сбил, ты меня сбил. Самое интересное, я тебя не сбил, проехал дальше, короче, какого-то хера пролетел вперед, все тачки собрал с собой, как магнит. Серьезно? Слушай, а сколько ты машин забрал, подожди? Ты на бэк сел? А сколько ты машин забрал? Просто там осталось всего лишь две, думаю, кому там они остались. Осталось, Юрка, осталось 10 секунд у нас. Прикинь. Ну, я сел в машину, самое главное. Сел, да, ты успел забрать. Я привез, привез просто, я, короче, какая-то магнум. Какая-то сказочная херня происходила. Ну, да, было. Так, в принципе, давайте, ребята, мы раскидаем тачки, там уже продолжим. Окей, ребята, собственно говоря, мы угнали, получается, по 5 машин с Юрцом, но у Юры здесь, получается, есть Бэтмобиль, а у меня есть... А, у меня есть доджик, который стоит 40 йен. Хотя Бэтмобиль стоит около 5, вроде бы, но додж, ну, да, вытаскивает катку. Поэтому, ребята, это мой балл и гона, первое испытание. Окей, ребята, время для первого испытания. Прыжок в длину, читаудио прозвучит ламбы. Ну, поехали, посмотрим, кто кого. Так, разгоняемся. Но и та, и другая тачка очень быстро, на самом деле, по разгону, поэтому... Ты прям хорошо ушел. А, тебя догоняю, что? Я полетел. Ой, я не полетел! Я врезался тоже. Идеальнейший прыжок. Идеально? Ну, правда, я тоже идеально полетел. 1100 всего у меня, 1060 слушай, это было. Тоже была не очень большая скорость. Я лечу даже ниже тебя, на самом деле. Главное пролететь сейчас в Вайнвуд. О, а я сейчас... Хера я лечу. Я сейчас прямиком сразу в этот врежусь. В гору. В гору? Я пролетаю в Вайнвуд. И... Рикошет будет? Давай, хороший рикошет нужен. Я в дерево словил, нет, ты приземлился около какой-то развалюхи здесь, припарковался, я вас понял. А ты где? Ты где, я покажи. На горе. Ты на горе аж вот здесь вот, да, неплохо без нитрота. А я там, не-не, я пролетел, вот, врезался потом в дерево и припарковался где-то вот, где-то около дома. Ну что ты понимал, я просто чистым прыжком прилетел. Да, я вас понял. Окей, ребята, это получается Юркин Баш, 1-1, гон на второе испытание. Окей, ребята, время для испытания прыжок Веры. 2 синие тачки, это ламба против мустанга. Сейчас посмотрим, кто кого, я полетел. О, как я полетел. Я на крышу. А я сейчас, может быть, вертухая... Как красиво, чётенько! Ни хрена на колеса, как... А ты пока дальше. Столбик, нет, я...
Это максимально глупо. Да, я дальше тебя самое. Самое глупое не это, а то, что это говно задница не едет. А, да? А он сразу затормозил, прикинь. Прикол, прикол. Окей, ребята, это мой балл, счет 2-1, и го на третье испытание. Давай. Окей, ребятки, дерби две жизни. Бэтмобиль против доджика. Это сильно. Так. Что ж с тобой делать-то? Ты первый? Собак, я первый упал. Ах ты флинжуя, ты посмотри на него. Ладно, раунд 2, поехали. Давай, 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 давай. А если лоп-лоп, кто кого? О. Нифига. Блин! А я остался, ебой! Как так? В смысле? А почему ты остался, Лёва? Хорошо. Главное, такое затишье было долгое, самое главное. Не, так, мне больше всего интересно, какой хер ты остался. Да, кстати. Раунд 3, поехали. Раунд 3, решающий. Нет! Ох ты, срез... Нет! Охренеть! Я еще подпрыгнул, но ты срезал меня, блин. Вообще срезал, да, красиво получилось. Эх, ладненько. Это Юркин Балша, 2-2, и гон на четвертое испытание. Окей, ребята, пришло время для испытания смертельные шашки. И на 4 мы стартуем. Раз, два, три, поехали! Так, 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 так. О, чувака, ты сбил, за что? Был мужик, просто снес его. Да ладно, похудеет. Худеет, говорит. Я в тебя врезался, так что? Ну, около меня был. Около меня как-то проехал. Да ты заеб... Мало же... Что там? Что там было? Опять мужик в жилете? Опять это херло, блин, в своей херне. В жилете? В жилете? Сука, просто у меня жопа говорит, я уже не могу просто убить их. Сука, опять ты! Они, вот сука, в каждой машине сидят, ты понял? Они в каждой машине сидят, я понял. Чуваки в жилетах, просто бомбалейла юрцает. Это жестко. Ёпточ, ну просто уже полгода, наверное, мне жить не даю спокойно. Когда видишь мужика в жилете за рулем, просто триггер такой. Триггерит сразу, вот реально, вот серьезно. Да. Просто жопа горит уже. Здрасте, юрец. И самое интересное, что эти дебилы сами тебе под колеса лезут, а потом еще влазят, еще тебе морду надрать хотят. Просто сильно. Дебилы конченые просто. Сильно. Так, я, короче, уже на финишной прямо почти. Ты успокоился, да? Все. Дыши ровно, дыши спокойно. Ты с ней троешь? Нет. Ты отгоняешь меня? Да не особо. А, нет. Не, R8 на самом деле для этого испытания не очень. Да? Ну, короче, это мой балл, ребята. Ебой, это мой балл, счет 3-2, и го на пятое испытание. Ну ты серьезно? Вот прыгни опять? На меня. Давай. Упрыгни на меня. Давай. Опять эта мразь желтая. Сука, умри нахер. А, да, опять залетел. Он опять меня подрезал, понял? Он за катку 4 раза меня подрезал. Ой, ладно, гон на 5 испытание. Окей, ребята, время для испытания. Спуск без тормозов. Карт против Магнума. И осторожненько. Погнали, Магнум, давай. Самое главное, знаешь, что здесь? Ну? Доехать до дырдочки и перекрыть тебе дорогу. Ну, такое себе. Я думал победить. Самое главное здесь. Не, ну если я тебе перекрою дорогу, то я автоматически выиграю, как бы. Слушай, а я охренеть-то перелетел все подряд. Да? Прям шикарно. У нас карта обычно застревала, а тут я прям смотри, где нихера. Да? Прям сильно. А он еще и управляется, серьезно? Я на карте реально сюда еще ни разу не доезжал, походу. Давай. Я прям максимально удивлен. У меня уже Магнум, капец какой, битый. Так. Я вот думаю, в дырку врезаться, нет? Врежься. Я, конечно, проехал, но... Ой, нифига, разворот нормально, красиво. Слушай, а карта неплох. Да ладно, в смысле морды вниз? Ты чё, молодая, ты делаешь-то? Я встал. Серьезно? Капец. Смотри, до куда я доехал. Блин, а как так-то? Он просто мордой вниз, как клин, короче, врезался. А где ты ещё? Там? Да там, где камень. Ну, блин, да, слопочный камушек. Смотри, до куда я доехал. На карте. Чё? Где? Да. Хрена себе так-то. Удивил. Он сам доехал по накату, понимаешь? Удивил. Ладно, ребята, это Юркин Балша, 3-3, го на последнее испытание. Итак, ребята, время для последнего испытания. Это у нас Драг Рейсинг. Это у нас, ребят, повторно читачки наши. Ауди против Ламбы. Давай, Юра, счет. Раз, два, три. Ну, старт у них такой себе. И ты чё, ты быстрее? В разы. Да, ты прям солидно быстрее. Хотя вроде бы... 940. Потом мы более-менее одинаково сравнялись, у тебя разгон быстрее получается, я тебя понял. Ну да. Окей, ребят, такая же у нас получилась. Если вам понравилось, то ставьте лайкусики, всем удачки и всем пока. Пока, народ. Друзья, у меня есть канал, на котором я выкладываю различные ролики по автомобильной тематике. Различные обзоры автомобилей, а также интересное шоу наподобие шоу Перекупы. Так что, если вам интересны видосы про автомобили из реальной жизни, то ссылочка на канал есть в описании. Заходите, подписывайтесь, но я желаю вам приятного просмотра.